Здравствуйте, друзья! Вас приветствует интернет-магазин Садовод InUA. Сегодня к нам на тест попала новинка бензопила компании Zomax, модель ZM4620. Сейчас мы произведем распаковку и посмотрим, чем ее комплектует производитель, а потом произведем сборку и поговорим немного про данную бензопилу. Эти в хорошей качественной коробке приделаны. Сразу сверху лежит деталировка, также лежит информация про техобслуживание и гарантийный талон с руководством по эксплуатации с инструкцией. Кроме того, производитель комплектует данную бензопилу набором инструментов. Набор идет с дополнительным чехлом для их хранения, тоже брендированной компанией Zomax. Сами инструменты запаяны. Здесь в наличии две отвертки, свечной ключ, шестигранный ключ под звездочку, зубчатый упор и болты для крепления. Тормоз цепи и крышка защиты сцепления. Натяжители расположены сбоку на боковой части. Мерная емкость для приготовления топливной смеси выполнена весьма интересно, нестандартно. Шина цепи Rego серии Pro AM. Более качественные шины и цепи. Защитный чехол, цепь также ремонт оригинальная, и непосредственно сама бензопила, она идет упакованная в полиэтилене и затянута хомутом. При сборке производитель рекомендует первоначально установить на болты дополнительную прокладку, она сделана картона. Есть информация с описанием, как ее установить, но это достаточно просто. Необходимо одеть в пазы, плотно прижать, чтобы совпали пазы для поступления масла для смазки цепи с болтами. Весьма просто. Обращаю внимание, каждый раз необходимо устанавливать принтованной стороной наружу, после чего устанавливается упор. Для его установки в комплекте все предусмотрено. Сам упор, тут два болтика, болтики под шестигранную звезду. Расположение натяжителя, он находится сбоку, со стороны крышки, весьма легко к нему добраться. Таким образом, бензопила собрана, готова к работе. Обращаю внимание на то, что чехол весьма качественно выполнен, тоже брендированный Zomax. Закрывает полностью всю шину и цепь, подобным по размеру. Шина и цепь Орегон оригинального производства длиной 40 см,
16 дюймов, наиболее удобный размер при работе, например, на высоте с лестницы. То есть это оптимальная длина шины цепи для работы в бытовом хозяйстве, в бытовых условиях. То есть это обрезка деревьев, это распиловка последующего спиленного древесины, это заготовка дров, например, на зиму, в сауну, на дачу. Шины и цепи здесь идут, цепь идет с каленым зубом, очень высокого качества, это Орегон оригинального производства. Касательно характеристик двигателя, за первый двигатель здесь стоит на 45,8 кубических сантиметров, это позволяет достигать мощности 1,8 кВт, 2,4 лошадиные силы, что будет вполне достаточно для того, чтобы справиться с большинством бытовых задач. Пила очень хорошо балансирована, весьма легкая по весу, где-то порядка 6 кг. Здесь стоит, теперь посмотрим по тому, что есть за рычаги управления на ней. Это стандартный тормоз цепи. Боковой натяжитель, гайки для фиксации крышки. Далее идет управление воздушной заслонкой. Положение закрыто, положение открыто. Она полуавтоматическая, то есть когда вы добавляете газа, газуете, она открывается, если было в закрытом положении. Клавиша пуска, это клавиша предохранения случайного нажатия, клавиша пуск. Рычаг управления зажиганием с наклейкой, которая сигнализирует положение включено, выключено, вверх, выключено, вниз, включено. С противоположной стороны расположены бачки для залива топливной смеси. Там даже есть небольшое количество остатка бензина, что свидетельствует, что ее проверяли на заводе. Производитель заботится о том, чтобы к вам попала работающая настроенная бензопила. Здесь крышка бака для смазки цепи. Рекомендую использовать только цепное масло. Ручка стартера. Системы легкого старта здесь нет, но она весьма податлива. Храповое колесо идет полностью металлическое. Кулачки тоже выполнены из металла. Картер сделан тоже из металла, то есть это полностью металлическая часть. Ну, зубчатый упор, который мы установили ранее, выхлопная система. Теперь посмотрим, что за фильтр установлен. Можем сделать предположение, что вероятнее всего он, как и на старшей модели 5022, выполнен из пластика. На модели помладше 4020 фильтр идет бумажный, что интересно. Сейчас мы продемонстрируем, видим. Так, действительно выполнен из пластика, достаточно стандартный, легко чистится, долго служит. Свеча Bosch оригинальная, настоящая свеча Bosch, которая прослужит вам долго. Я не думаю, что вообще будет необходимость ее замене, если следовать инструкции и ухаживать за пилой, как это рекомендуется производителям, как это описано в инструкции в гарантии, как это обозначено в дополнительном листке с информацией по техобслуживанию. Правда, представлен на английском, но в принципе информация там достаточно понятна даже для тех, кто английский вариант не знает. Снимается крышка достаточно просто, фиксируется болтом. Конечно, это не быстросъемная крышка, но и при этом каких-то усилий, неудобств по ее монтажу и демонтажу у вас не возникнет, потому что все плотно подогнано, легко устанавливается. В общем-то, к качеству сборки пилы никаких претензий нету. Стоят две демпферные пластины, то есть есть хорошая амортизация, то есть, которая уменьшит влияние вибрации на ваши руки, вы не будете так уставать и чувствовать себя некомфортно с этой пилой. В общем-то, все подогнано, качественный пластик, он идет без зазубрин, без какого-то специфического запаха. Конечно, большинство элементов на пиле имеется в виду: крышка стартера, сам бак здесь встроенный, крышка стартера, крышка, прошу прощения, сцепления. Все это выполнено из пластика, но картер идет металлический, двигатель, конечно, металлический.
благодаря тому, что часть есть пластиковых механизмов, пила получается достаточно легкой, она имеет автоматический масляный насос, управление насосом с помощью данного болта, то есть можно добавлять, уменьшать подачу, то есть он не только автоматический, но он и регулируемый. Также здесь прикручен шильдик металлический с информацией о модели ZM4620 серийным номером и информацией, где она сделана. Сделана она в КНР, Китайской Народной Республике. Непосредственно в гарантийном талоне в инструкции есть информация о заводе. То есть завод этот официальный, собирают ее не в подвалах, а действительно на большом заводе компании Zomax. Данная пила будет актуальна, в принципе, для всех дачников, для всех любителей и владельцев домохозяйства, которые планируют свой сад, или у которых уже есть свой сад, для ухода за садом, за деревьями и для небольших объемов заготовки дров, то есть 3-5 кубов, в принципе, с данной пилой заготовить не проблема на зиму. Она будет, я уверен, служить длительное время. Пила весьма качественно собрана, имеет официальную гарантию от производителя, по Украине уже есть ряд сервисных центров. В принципе, нареканий по данной пиле со стороны клиентов, несмотря на то, что это новинка и в принципе вышла недавно на рынок, но сама фирма существует давно, нареканий по ней никаких нету. Также вы можете по ссылкам ниже под видео ознакомиться с подобными пилами компании Zomax с другими моделями, более мощной 5022 и более слабой 4020 моделью. Мы вас благодарим за обзор, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, всегда вам рады. Интернет-магазин Садовод.ua.